Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 2 июля. Поговорим об лунном календаре, уделим внимание общему гороскопу и поговорим о каждом знаке зодиака. Итак, друзья... 2 июля, день недели суббота, и сегодня нас с вами ожидают 3 и четвертые лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Лев. Обращаю ваше внимание, что сегодня благоприятный день как для отдыха, так и для работы. Сегодня можно заниматься делами в свое удовольствие, без напряжения и спешки. Согласно народной примете, начало проекта или строительства в этот день предвещает добрые вести, а также счастливую и стабильную жизнь в крепком доме. Если в день святого Савати нарисовать на листе бумаги пчелку, капнуть на нее капельку меда, завернуть и положить в кошелек, то, знаете, будут водиться деньги. Не поддавайтесь сегодня на провокации и во всем соблюдайте чувства меры. Отдавайте преимущество только проверенной информации. А также сегодняшний день, обращая внимание, не подходит для свадьбы. Союз будет постоянно на грани разрыва, а это будет при приводить к взаимным упрекам и, возможно, даже изменам. Далее у нас с вами, друзья, общий гороскоп на 2 июля. Вряд ли стоит сегодня рассчитывать на легкие успехи в работе. Наоборот, сегодня многое будет даваться труднее, чем обычно, поскольку привычные методы часто оказываются неэффективными. Приходится пробовать что-то новое, будьте к этому готовы. Нежелательно сегодня подписывать важные документы и связывать себя финансовыми обязательствами. Благоприятный день для спокойного отдыха, для общения с самыми близкими людьми. Вам удастся договориться о каких-то важных вещах и определиться с планами на будущее. Многие тревоги и переживания останутся в прошлом. Овен, уважаемые наши умны, будет возможность сегодня сделать много полезного, не только для себя, но и для окружающих. Вы действуете решительно, но боитесь идти на риск, если это необходимо. Часто в делах помогает вам опыт, полученный раньше. Благополучно сегодня решаются любые финансовые вопросы, а также затянувшиеся юридические споры, которые помогут завершиться удачным для вас образом. День подход для начала учебы. Особенно хорошо вам будут даваться точные дисциплины. В делах можно рассчитывать на поддержку проверенных союзников. С их помощью вы быстро осуществите задуманное. Телец, уважаемые наши тельцы, утро будет довольно сложным, но это не повод расстраиваться. В это время возможны мелкие неприятности дома и недоразумения на работе, но серьезных последствий они иметь не будут. С каждым часом влияние позитивных тенденций будет усиливаться, а дела идти все лучше. Вам удастся справиться со сложными задачами, которые требуют творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. Вы с удовольствием экспериментируете, не боитесь сегодня рисковать. Это позволяет добиться отличных результатов там, где другие потерпели неудачу. Близнецы и наши близнецы сложный день с точки зрения общения в самых важных делах лучше рассчитывать только на свои силы ни от кого не ожидайте помощи сегодня и поддержки вы слишком беспокоитесь о чужом мнении вы стараетесь понравиться окружающим на это уходит много энергии которой можно было найти лучшее применение возможно неудачи там где требуется точность аккуратность и внимание к мелким деталям Зато с делами, которые требуют фантазии и творческого подхода, вы справляетесь быстро и с удовольствием. Сегодня можно делать небольшие покупки, и, уважаемые близнецы, они будут для вас достаточно выгодными. Рак. Уважаемые наши раки, старайтесь сегодня не нервничать. Это нелегко, особенно в первой половине дня, когда много идет не по плану, да и окружающие порой преподносят неприятные сюрпризы. Но вы точно сможете справиться с влиянием негативных тенденций, только если сохраните самообладание. Важно принимать серьезные решения самостоятельно, не поддаваясь на провокации и не прислушиваясь к советам, которые могут оказаться вредными. В работе часто помогает интуиция, так что стоит внимательно прислушиваться к ее подсказкам. В поездках будьте предельно внимательны, особенно если отправляетесь в них в одиночестве. Лев, уважаемые наши львы, благоприятный день с профессиональной точки зрения. Окажутся удачными ваши идеи, которые будут касаться работы. Не исключено, что вы найдете новый, более эффективный способ решать повседневные задачи. Вы сэкономите немало времени и себе, и окружающим. Также может появиться возможность получить полезный опыт и научиться тому, что вскоре вам пригодится вероятны полезные знакомства. Вы сможете произвести хорошее впечатление и показать себя с лучшей стороны. У вас будут шансы подняться по карьерной лестнице. Вечер подходит для романтического свидания, а также общения с любимым человеком. Дева. Жам и наша дева. Сегодня можно строить планы на будущее, изучать возможности и перспективы. Сейчас вы правильно оцениваете и свои силы, и ситуацию в целом. Реально смотрите на вещи и не выдаете желаемое за действительное. Хорошо понимая это, окружающие часто обращаются к вам за советами, и вы стараетесь не отказывать. Вероятно, встречи с людьми, которые очень важны для вас. Откровенный разговор пойдет на пользу отношениям и будет возможность урегулировать какие-то давние семейные разногласия, а также помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Весы. Уважаемые наши весы, день полон неожиданностей, трудно будет следовать ранее составленному плану и придется приспосабливаться к новым обстоятельствам и импровизировать. Происходящее вас вряд ли сегодня расстроит. Вы найдете способ любую ситуацию использовать в своих интересах. Не исключено, что помогут люди, от которых вы не ждали ничего подобного. А недавние соперники встанут на вашу сторону. Могут и появиться хорошие идеи, которые будут касаться развития карьеры. Вам станет ясно, что вам нужно узнать и чему научиться, чтобы добиться успеха. Вечер порадует приятными новостями. Скорпион. Уважаемые скорпионы, день сложится неплохо, если вы не станете тратить время на споры и на пустые разговоры. Лучше рассчитывать только на собственные силы. Если вам все же нужна помощь, обращайтесь за ней к проверенным людям. Не стоит рассказывать о своих проблемах и затруднениях новым знакомым. Особенно если они настойчиво задают неудобные вопросы. Будьте настороже с теми, кто легко дает вам обещания. Вы сможете многому научиться и получить информацию, которая вскоре вам пригодится. Во второй половине дня вероятны удачные совпадения, и они дадут шанс решить старые проблемы. Стрелец. Жамы наши стрельцы – благоприятный день, полный удачных совпадений и событий, которые поднимут вам настроение. Не случайны встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Вы не только получите удовольствие с ними, но и узнаете много нового. Плодотворно пройдут деловые переговоры. Некоторые стрельцы найдут новых партнеров и союзников, а с их помощью реализуют то, что давно задумали. Очень полезна сегодня смена обстановки. Если есть возможность отправиться в поездку, пусть даже небольшую, не упустите такого шанса. Вероятно, сегодня приятные известия, которые будут касаться членов семьи. Козерог. Уважаемые наши Козероги, звезды на вашей стороне. Этим можно воспользоваться для решения многих проблем. Полезным окажется и участие в общественных мероприятиях. Будет возможность помочь знакомым, которые оказались в сложном положении, и поддержать близких людей. Вы много хорошего сейчас сделаете для других, но не забывайте и о собственных интересах. Ближе к концу дня появятся ответы на вопросы, которые тревожили вас в последнее время. А вместе с ними определенность в планах на будущее. Вы поймете, как нужно действовать, чтобы быстро добиться успеха. Водолей. Жамы наши водолеи, начало дня для вас будет удачно. Именно это время и стоит использовать для самых важных дел. Позже станет труднее сосредоточиться и заметно возрастет вероятность ошибок. Нежелательно решать финансовые вопросы, тут легко что-то упустить из виду. К тому же есть опасность, что вас ведут в заблуждение. В второй половине дня будет возможность хорошо отдохнуть и приятно провести время в компании старых друзей. Они охотно поддержат многие ваши предложения. Не исключены сюрпризы и подарки, а также новости, которые поднимут вам настроение. Рыбы. Уважаемые наши рыбы, утро пройдет очень плодотворно. Всего за несколько часов вы успеете сделать то, с чем не удавалось справиться в последние несколько дней. Чаще помогают окружающие. Даже случайные знакомые рады поддержать вас и оказать услугу. Позже не исключены деловые поездки, в которых удастся заключить выгодные сделки, а также получить важную информацию, касающуюся работы. Вероятно, денежные поступления с покупками лучше не спешить. Сегодня вы склонны много тратить на вещи, без которых можно было бы обойтись. Между тем, деньги могут вам потребоваться сегодня для чего-то очень важного. Приберегите их.